Добрый вечер, друзья! Братский привет из Республики Беларусь! Ну что, немножко сыграем белорусской рок-музыки? Готовы? Поехали! Давай! Ребята, техники, доброе утро! Сейчас, ребята, мы тут исправим звук на сцене, все будет хорошо. Вы знаете, мы впервые в Нижнем Новгороде, у нас было 2 свободных дня, чтобы прогуляться по этому замечательному городу. Хочу сказать, что вы живете в прекрасном городе, он действительно очень красив. Огромное спасибо. Едем дальше. Лирика. Thank you.
смыкая век. Яркая, бесконечно яркая, но все-таки холодная, далекая моя. Сердце непокорное и одно желание получить тебя. И мне не хватило цели, чтобы насмотреться на твои глаза. Улетает вечность, это бесконечность, только ты и я. Яркая, бесконечно яркая, но все-таки холодная, далекая моя. Спасибо, друзья, спасибо огромное. Для нас на самом деле очень волнительно сегодня здесь играть, представлять белорусскую рок-музыку, частичку белорусской рок-музыки. Спасибо. Молодцы, молодцы. Спасибо большое. Но следующая песня называется «С тобой». Это не сказки, горячие ласки, сплетаются нити. Я согрею.
сказки. Сними свою маску, праздник начался. И живи, пусть горают сердца. Пусть душа пламенеет, оттолкнувшись от дна. Я с тобой, я согрею. Это не сказки. Большое спасибо, друзья. Следующая песня для нас особенно дорога, она называется «Сиять». С этой песней мы впервые попали на... Не впервые, а во второй раз уже попали на премию «Песни года Беларуси». Есть у нас такая телеверсия, аналог российской истории. Вот. И поэтому эта песня является заглавной песней нашего альбома «Кометы». Так что обязательно загуглите, заходите, послушайте в Яндекс.Музыке. Вот. Ну и, конечно, добавляйте в соцсети к нам. Будем очень рады. «Сиять». Спасибо большое, спасибо, друзья. Но мы движемся дальше. Песня называется «Ангелы звезды полынь». Изнутри, но надо ли это нам? И пусть
счастья. Ангелы, здрасте. И пускай осколки в лицо, и пускай рвется на части. Здрасте. Ангелы, здрасте. Какой это странный мир, как все обесценилось. Запомни меня таким, без капли сомнения. Мы все перешли с тобой законы и правила. Железо, вкусно и пар, и время растаяло. И пускай осколки в лицо, и пускай рвемся на части. Здрасте. Ангелы, здрасте. И пускай осколки в лицо, и пускай рвемся на части. Здрасте. Ангелы, здрасте. И пускай осколки в лицо, и пускай рвемся на части. Здрасте. Ангелы, здрасте. И пускай осколки в лицо, и пускай рвемся на части. Здрасте. Ангелы, здрасте. Ангелы, здрасте. Большое спасибо, друзья. Вы знаете, эта песня, мы ее написали в годовщину Чернобыльской аварии и посвятили ее тем людям, которые спасали нашу страну от техногенной катастрофы. Это очень серьезная история, потому что Беларусь пострадала серьезно от этой аварии, поэтому для нас это такая незаживающая рана. Впрочем, как и для нас всех, потому что мы все жили в одной большой стране когда-то. И сейчас остаемся братскими народами, правда ведь? И это супер! Пройдемся блок по сады, сожжем свои мосты, а звездные миры качают вечность. Чумная благодать, не взять и не отнять. И на моем венке краснеют, разбиты на куски, и нет в глазах тоски. Летят во тьме твои, мои кометы. Качает по волнам, не здесь мы и не там. Мы просто чей-то план, летят кометы. Попуна это плен, и прячем гримом тлен, и глаз закрыв рукой, горит шестерка. Не каждый греет свет, и путаю я свой след от пировых побед. От них уходим, разбиты на куски,
и нет в глазах тоски. Летят во тьме твои, мои кометы, качает волна. Не здесь мы и не там, мы просто чей-то план. Летят кометы. Разбиты на куски, и нет в глазах тоски. Летят во тьме твои, мои кометы. Качает по волнам, не здесь мы и не там. Мы просто чей-то план. Летят кометы. Спасибо, друзья, огромное спасибо. Честно, в Нижнем Новгороде выступает очень много знаменитых музыкантов, поэтому ваши аплодисменты для нас дорогого стоят. Спасибо. Продали души всякого, и в черном омуте стекла. Нам не найти дорогу в рай, прощай. И делят весь огромный мир, и все поставлено на кон. Уходит чья-то задарма душа. Как мне остаться с тобой? Моя любовь, день. Если не с тобой, как будто рыбы без воды, как в темноте без маяка. Моя душа, мир.
Как настроение, друзья мои? Не слышу. Ну давайте так громче, чтобы следующая команда, которая будет за нами, обязательно нас услышала. Давай, 3-4, ну? Супер! Немного повеселей. По краю. Спасибо, друзья! Ну, у нас как раз еще есть время две песни спеть. Выдержите? Точно? Спасибо большое. Ну, композиция называется «Кто я с тобой?». Кто-то любит группу «Кино», наверное, заценит, потому что мы сами выросли на музыке Виктора Цоя. Начиналось у нас в подъездах с песней «Звезда по имени Солнце». Вот. Ну и постепенно мы решили собрать банду, и вот мы сейчас на этой сцене. Yeah.
Спасибо. Ребят, за пультом нормально там все? Отлично, супер. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, группа Skynet, Республика Беларусь. Обязательно добавляйте нам в соцсети, слушайте нашу музыку. Мы, честно, были счастливы сегодня выступать в Нижнем Новгороде. Мы были во многих, кстати, городах и странах. Германия, Великобритания, Санкт-Петербург, Москва, Ростов. И сегодня впервые в Нижнем Новгороде. Еще раз повторюсь, город действительно очень красивый. Богатой, такой большой памятью исторической. Ему 800 лет, если я не ошибаюсь, да? А мы приехали из маленького городка Белоруссии, город Бобруйск, если кто-то слышал. Ему 660 лет, почти что ровесники. Ну и заключительная композиция на сегодня наша называется «Мелодрама». Мы просто однажды выпили утром друг друга до дна. Высохли чувства, нервы натянуты, как провода. Пепел от сигарет падает на мою постель. Я ухожу, я за собой закрываю дверь. Это просто мелодрама, мама. Это просто глупое кино. Все, что нужно, это программа тепла. Это все, что нужно нам с тобой. Мы просто однажды выпили утром друг друга до дна. И океаны залили твои и мои города. Все крепче держались,
зиме же у нас оставалось сил. Но ты в моем сердце, ты для меня весь огромный мир. Это просто мелодрама, мама. Это просто глупое кино. Все, что нужно, это параграмма тепла. Это все, что нужно нам с тобой. Спасибо. И на прощание я хотел бы пожелать великой России победы в сегодняшней непростой ситуации. Победа будет за вами, друзья мои, и за нами тоже. Ура!